Возле нас нема его нигде здесь в коридорчике? Нету. Ага. Подлец! Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Стим Куёк, а простой человек. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Вы... Короче, здорово. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и у нас очень классная рубрика «Охранники пугают аниматроников». Сегодня будут аниматроники бедные, а охранники будут их наказывать за всей серии. Если тебе петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Кстати, как я и обещал, мы скачали очень классное оружие. Портал Ган, ребята. Теперь мы можем телепортироваться в разные части карты. Давай здесь поставим один. Так. Пошли. Ой, у меня какие-то штучки появляются. Где он? Сначала поисследуем, а потом будем его наказывать. Вижу! Встать! Как это было быстро? Ребята, доли секунды, телепортировался и сразу появился здесь. Блин, как же не хватало нам давно порталов. Это очень круто. Где этот подлец? Я вижу, он где-то там ходит. Так, один Нет. опять здесь поставил. А где ты? А ты открой калитку. Я вообще на карте далеко ушел. Ой. Ребята, вообще жирно. Смотрите, где я. А, здесь нельзя ставить. Сейчас мой этот охранник-напарник офигеет, где я. Где ты? Блин, не могу здесь поставить. Сейчас. Здрасте, Дима. Ах ты, говно, не могу попасть. А, я успел телепортироваться. Я был на улице. Представляешь? Я был на улице. Ребята, это очень круто. Теперь аниматроники нам ничего сделать не могут. Смотри, я опять ставлю портал здесь. Опа. Да. Так, так, так. Где он? А ну почекай по камерам, где он? Так, вроде его нету. А ну чекай, чекай все камеры. Возле нас нема его нигде здесь в коридорчике? Нету. Ага. Подлец! Ах ты, блин, я испугался. Если честно, это было страшно. А нет, я не был невидимый. Он вроде не может, а нет, может. Так ты был что, невидимый? Нет, человечек не знал, что он может становиться невидимым. Хорошо, хорошо. Мы ж тебе поддаемся. Вот там, вон там, вон там, не открывай, я не открывай, не открывай. Я закрыл, ты ж меня не пугай так. Вот, он там, вон там, вон там, вот он, смотри. Так, я поставил портал. Не, он там. Здравствуй, смотри, как дела? Налейте ко мне чайку. О, повернись назад, смотри, где я. О, привет. Ты удалил портал. О, блин, я случайно удалил портал. Ой, нет, Фокси тут, Фокси. Твоюшка, лошматки. Блин, ну... Я поддаюсь тебе. Ну что, включать пора свою удаль. Удаль? Да, я сейчас тебе покажу, как охранники могут. Давай. Может, тебя даже наказывать? Да, я тоже возьму так. Ты-то, может, нас и убил. Ты нас убил, я не спорю. Но ты-то пригвожденный теперь. Ты-то теперь пригвожденный. Двери закрыл. Двери закрыл. А как ты нас убиваешь? Двери закрыты. А вы красным светитесь. Да каким красным светитесь? Вот красный. А может, у меня баканул? Вы меня есть, через дверь есть, пригвоздили. Есть, пригвоздил. Пригвоздил. Ой, я себя убил. Хорошо насыпал, хорошо. Сдохни. Ай. Сдохни. А где ты? Ах ты! Что ж ты своего-то убиваешь? Нет, а нет, я его наоборот. Да? Ну и меня. Ой, случайно. Обстоятельства, да? А, я гвоздями пригвожден, думаю, да что я двигаться не могу. Ай. Закрываем двери сразу. Вот ждем. Там, не открывай, не открывай. Я не буду открывать, я боюсь его. Смотрим камеры. Давайте, давайте. Я его не вижу. То есть, стой, наверное, тут где-то. Да, я его в окно видел. Вижу, вижу его бошку, просвечивается башка его. Да, вон он, вон он. За Фредди играет, да, вроде бы?
Не, он забонит его, наверное, но это не точно. Че, обалдели? Я его пригвоздил. Ребята, я знаю, как убить аниматроника. Я знаю, как его убить. Нет. Афигушки, афигушки. А где ты? А как ты ушел? Я же тебя пригвоздил. Я же пригвоздил тебя. А тут, он тут, он тут, он невидимый. Пригвождай его, пригвождай. Смотри, блин. Убил тебя шаром. Да. Ребята, сегодня мы рулим. Это прикольно. Так, у нас вот такой еще есть портал. Он тут, он тут. Он за дверью. Отлично. Он аниматроника выбирает. За аниматроника? Что? Открывай двери, открывай мне двери. Да чтоб ты умер. Да как так-то? А она была с другой стороны, говорю, открывать. Закрывай, он опять тут стоит. Вы меня пригвоздили. Не верь, не верь ему. Ай. Ах ты. Вы будете сегодня страдать. Вы меня пригвоздили, как я хочу. Я его еще пригвоздил. Есть! Ах ты, админский пистолет. Так ты же хотел, чтобы мы страдали, а мы страдать и не собираемся сегодня. Ладно. Мы сегодня если веселимся. Вы... Ты что там запустил? А я ж хочу тебя убить, а тебя нету нигде. Есть! Есть. Это я за человека играл и выбирал себя на аниматроника. Ну ничего страшного, не расстраивайся. Я знаю, ты хотел меня убить. Я его успел запризить. Да, молодец. Блин, ты вовне заспавнился. А, и конечно, я тоже так. О, телепортироваться не могу. Так, я тебя жду в помещении. Хорошо, ты тоже не можешь. О-о-о. Ай! Себя убивают. Мне сегодня охранникам повезло, ребята. Да, убейте друг друга. Ой, да это... Да блин! Тебя... Чё за двери убивашки? Ого, убил нашего. Он там стоял за дверью, невидимый. Ай. Ты будешь страдать, ты должен сегодня проявить очень большую смекалку, чтобы нас выиграть. Но я буду тебя наказывать, сегодня твой день наказания. Он, короче, где-то, но я его не вижу. Давай так вот так, бери аниматроника, который не бьет через стены, потому что с твоей стороны это нечестно, ты должен по-честному играть. Не, ну да. О, Димас, я тебя вижу, я к тебе бегу. А да. Где ты меня видишь? По камерам. А, привет. Ага. Невидимый. Так, ты... Дима, стреляй, он рядом с тобой. Я его не вижу. Рядом. Я его не вижу. Он не видит. Я его не вижу. Но он я рядом. Его слышу. Он А ну давай! Он тут. Пригвождай его! Я тебя выручаю. Давай! Я его размазал. Просто в кусок. Он тут. А не надо, когда человек прихвождает меня. Окей. Хорошо, давай, я тебя знаешь, где жду? Я тебя жду на параше. На параше? Да. Блин, я сам себя убил, но ума... Ума нету. Я тебя увидел. Почти. Ах ты такой. Красиво? Красиво, не спорю. Мне кажется, он меня никогда не найдет. Я в таком месте классном. За Шкерином. Вот ты говно! Убил? Нет. Админский он меня пригвоздил, говнюк. Я иду помогать ему. О! Открой! Быстро! А где ты? Подлюка!
Блин. Попал, попал. Есть. За то, что пригвоздил меня. Нельзя так делать. Так. Гвозди — это очень плохо. Сейчас ждем. На корточках можно ходить, когда гвозди, да? Есть, убил, убил. Ой, не, успел пригвоздить. Успел? А чё он ходил? Я же его убил. Походу багал. Баг, баг. Кстати, не все аниматроники пригвождаются. Это да, в этом есть прикол. Ага, этот не пригвождается. Так, охота открыта. А, фиолетовый, понимаю. Не надо нам такие. Невидимый какой-то. Так, я слышу, набрасывает тебе там. Накидывает. Слышишь, я иду? Да. Так, мы сейчас по красоте сделаем. Мы его обойдем. До спины обойдем. Привет! А ты где? Я обошел с улицы и зашел там, где ты возрождаешься. Ой, я пугался. Так, все, давай, короче, без админского пистолета. Попробую с тобой так сразиться. Давай. Без оружия, да? Баньте его, он плохой человек. А я уже другого выбрал. Все, по идее, он не должен убивать. Вот тебе, Дима, какие страшные. Успел! Так ты меня пригвоздил, что ли, через портал? Здравствуй, Дима! Блин, это было прикольно! Свой поставил! Блин, это ж надо, ты пригвождатель, наверное, лучше не бери, ты им пользоваться не умеешь. У тебя пригвождатель в руках в говно превращается. Вот так ты решил. Я к нему со всей душой. На карте запрятана бомба. У тебя есть некоторое время, например, секунд 20, чтобы ее найти. Опять пригвоздил. Найдешь бомбу? 20 секунд. Говно. Он меня постоянно пригвождает. О, быстро. Нет, нет. 10 секунд. Да, блин. А какие 10 секунд? Он меня пригвоздил. Ну, тогда говори последние слова. Не-не-не, стоп. Все, побежал, побежал. Давай. Я тебе еще даю фору. Он меня пригвоздил. Да, он меня пригвоздил. Я не могу найти бомбу. Ура! Мы выиграли! Мы выиграли! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем с подписчиками Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Пацаны, делайте что-то, что хотите, чтобы было намного интереснее и весело. Надеюсь, подписчикам понравится, и они поставят лайкосик. Ну что, ты готов, антикотик? Готов. Так, у нас играет Лимекс и Чумной Пока Доктор. Пока можете там готовиться. Так, готовимся. Давайте, знаете, что сделаем? А давайте мы им сделаем очень хорошие вещи. Например, ну, ядерную бомбу еще рано взрывать. Хорошо, давайте возьмем. Сразу, знаете, у меня такие очень активные действия. Давайте поставим. А может надо? Не-не, пацаны, я пошутил насчет ядерной бомбы. Может залагать из-за нее. Не, я не буду взрывать сейчас. О, я не буду ее взрывать. Так, настроение у нас, как всегда, классное. Так, давайте проверим, кнопки работают. А зачем вы поставили вопрос вот эти? Бомбы. А кто? Вы. А мы, чтобы видели, как вы ходите. Ну что, люди, начинаем. Ну что, давай. Заходи, антикотик, заходи, закрываем калитку. А, они уже идут. Калитка, закрывайся. А что дверь не работает? Они нажали кнопку там, что ли? Нет. Вы чё? Вы нажали кнопку? Не работает. Работает. Блин, одновременно дверь закрыла и убил аниматроник. Хорошо. Я буду мстить за себя. В следующей жизни. Хорошо. Надо быть внимательнее, пацаны. А как вы так убили? Вы что, невидимые, что ли, ходите? А что за лампочки там? Да. Эй, уходи отсюда. Ты что тут делаешь у меня дома? Так, все хорошо. Кто-то умеет делать бабушки на калитке? Антикотик, ты умеешь делать? Человек в гипнозе. Смотрим, смотрим. Я иду на работу. Вот в пиццерию! Детишек удивлять, Димаса убивать, подписчика пугать. Открывайте дверь, я пришел за... У нас кончились эти сапоги резиновые. Заходите завтра. Все, видео жара окончено. Все, в следующем году встретимся. Так, так, так. Они взяли какого-то мощного аниматроника. У меня аж подвисло чуть-чуть. Так, кто там? О, я тебя знаю.
Ты скрабэйби. У тебя очень красивые зубы. А что у тебя в животе там светится? Ты, короче, родственник Железного Человека. У тебя там какой-то генератор вечный. Эй! Ой, она еще стоит. Она что ли бомбу уже разминировала? Иду за вами. Да. Куда ты там идешь за нами? Неожиданности. Короче, у нас сегодня ребята собрались певцы, которые могут петь лучше, чем даже я. О, привет. Я тебя знаю, ты конченый. Кстати, назад. Кто а можно к вам? Эй! Эй, блин, я вынуждал, пацаны, не хотел читерить, но получилось так. Да я хотел... Да я, блин, это обстоятельство, я хотел просто нажать другую кнопку. Я хотел прыгнуть, короче, и пробел нажать, а получилось полетел. Ой, здорово. А ты чё это меня спёр? Сейчас пропущу вас, мистер. А где они там ходят? Так, надо мне, короче, возвращаться на свою базу потихоньку. Короче, я немножко спрятался. Тут замуровали все. А ну давай, ломайте эти. Ого, вот это я каратист. О, к нам заходит подписчик какой-то. Ребята, если вы хотите со мной позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании и прикрепленных комментариях. У нас очень весело, очень много людей. Да? Щида? Или чи нет? А где все вы? Я не все вы. Я, короче, пацаны, да, моя миссия добраться до моего рабочего стола, чтобы вы меня не убили. Надеюсь, у меня получится. Так, 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 никого. Там они идут. Ах ты, блин, да как ты так далеко убил? Нифига себе, я дернулся. Я был близко. Да я понимаю, что близко. А я был далеко. Ну а ты чё? Вы чё, друг друга мочите, что ли? Friendly fire, friendly fire. Нет, просто. Так, 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 веселимся, да? Хорошо. Просто он слишком толстый для одного прохода. И получается, ты должен его убить, чтобы пройти. Гениально. Да. Вот это кентуха. А по сюжету есть такое, что аниматроники друг друга убивают? Если было бы, то было бы прикольно. Ну, в нашем сюжете такое есть, ребята. Аниматроник убил аниматроника. А из-за чего убил-то? А, из-за того, что твоя жирная задница, я вспомнил. Димас, ты где это? Я убежал. Я тебя вижу. Где ты меня видишь? Ой, да, привет. Так кто там гвозди забивает? У тебя с кишков что-то вылезло. Так его звук как будто молотком бьют. Да смотри, какой громкий. Ты чё там ходишь у меня дома? Дверь мне запилил? Дверь мне запилил! Уходите отсюда, тут все кончилось. Где? На тебе! Ну, отвали! Я не могу через двери убить тебя, что такое? Здорово. Здорово. Чё, задница не пролазит в дверь, да? Щелочка маленькая. Знаете что, основной компонент для нашей калитки? Ну давай, заумничай. Это, скорее всего, будет у нас. Это там... будет у нас? Так, я никого не убиваю. Марионетка, я тебя вижу. Как? А я фонариком, когда свечу, я вижу твою тень на стене. Да ё-мэ. А когда без фонарика, не вижу, не знаю, где ты. Короче, это смотри, у нас тут дверь. У нас дверь с отравляющим эффектом. Это, короче, вонище убьет тебя. Пожорная. О, нормальное вонище поднимаем, ну тут. Подожди, а как его назад сделать? Ой, он в наш кабинете. Кто этот пердун? Ой! Не обращай внимания, он ничего нам сделать не может. Он не такой, как раньше. Да как его назад при... А, вот так вот? Да. Все, я понял. Ладно, ничего не понял, но очень интересно. Ты что тут ходишь? Ой! Ты что такой жесткий? Так, где ты там ходишь? Чекаем, чекаем, где-то тут ходит. О, слышишь? Ой, он у двери. Чё ты ходишь? Ну, уже воняет сильно так. Ну, нормально. Давай выключим вонище. Вонище отключено успешно. Так, сфоткай дым.
Да. Мы будем его как привидение вспышками искать. Может, где-то увидим его? Нету. Тут нету. Вентиляции нету. Ах ты, голова! Я его, кстати, краешком глаза увидел, но уже поздно было. Он сзади нас, короче, пришел, красавчик. Где это челепиздрик ходит? Он на улице. На улице, да? Че ты гонишь? Меня там нет. А где ты? А не скажу. Я на вентиляции. Он не может меня достать. Так, 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 я иду, я иду. Я иду спасать тебе жизнь. Где он? Он ушел куда-то. Вот он, вот он! На тебе! Че? Его что, не убило, что ли? А ты что, живой остался? Ой, как больно. А что не умирает? У меня сегодня чипо снял. Да ты нас убиваешь. Я понимаю, что нас убивают. Я хочу его убить. Как убить него? Тогда я пойду его убивать. Надо его выследить и замочить. Ты что такой живучий оказался? Ой. Я вообще буду его тушить сейчас. Есть! Блин, я убил своего, да что за говнище? Это реально смешно. Чумной доктор, давай, мочи его! Давай! Так, где он лазит? Я его не вижу, он где-то вонючими ногами шуршит. А? Да как? Я его убил. Наконец-то! Ну и что ты теперь нам скажешь? Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Стаканчик, Серега, Бродяга. Как всегда, очень много классных подписчиков. Скажите крутые слова. Всем привет! Всем привет! Здоровья. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Как мы и обещали, все будут аниматрониками, а мы с Серегой вдвоем охранники. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем... начинать. Так, Сережка, закрываем для начала двери, осваиваемся, потому что подписчики сказали, что будут ходить на сегодня жестко пугать. Так, смотри, сколько их тут. И тут Фокси, и здесь Фокси. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Пацаны, дайте дверь открыть хоть на секунду. Пошли вон отсюда. Ой, 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 Серега. Заходи, заходи назад, заходи, заходи. Сегодня будем веселиться. О, я слышу, опять бежит. Да это что вы? Гармонист, иди на гармошке песни пой. О. Так, так, так. О, еще один. А, я вижу, я вижу. Лицо свечу, уходи. Классный мод на фонарик, очень круто смотрится. Чпоникс. Так, смотри, кто еще тут пришел. О, это говёный Фредди. Смотри, смотри. Ой, темный Фредди. Ты что вы творится, делаете? Ребята? Че вы деретесь, что ли? Кто будет возле окна стоять? Гачи-мучи у них. О, смотри. И замер. О, смотри. Пошел вот это кабан. Нифига себе у него руки, видели? Обиделся Серега, взял, оскорбил аниматроника. Еще один пришел. Ну, ого. Конечно, жирный золотой Фредди пришел. Как его не оскорбить? Они там все крякают, кряхкают. О, а смотри, кто пришел, Спринг Бонни. О, и волчара. Ого, да вы че, вообще сумасшедшие. О, смотри, голову вывернул. Тебе не больно? Нет. Так, а здесь? Ого. Дим, я сейчас сюрприз туда закину. Давай. Закрывай калитку сразу, на. Попей воды. Бон аппетито. О, стучит, смотри, я помню эту анимацию. Хоть посмотрю, как она выглядит, когда это изнутри. Слышь, ты нам стекло разобьешь. Будешь мыть стекла. Да он убежал. Он таракана там придавил. Открываем двери на секундочку хоть. Отлично. Смотрим внимательно. Пока мне все хорошо. Серега еще даже ни разу не проиграли, потому что мы профессиональные охранники. Да. О, слышу, челепиздрик идет. Закрываем двери. Марионетка тут, Дим. Никого. Ай-яй-яй-яй, бежит-бежит, успел. Если вы подойдете, и мы не успеваем дверь закрывать, так что вы нас напугаете. Так, Серега, давай, просыпайся. Пора на работу в пиццерию. Хочу работать, у меня еще 5 минут.
Слышь, ты что тут сальтухи крутишь? О, прикольно. Чилипизрик называю я на него. Ушел. Мониторы поломанные. Все полома... О, с этой стороны пришел. Блин, я хотел только дверь открывать, он уже пришел. А, нет, как его лучше? Purple Freddy. О, эндоскелет. Я думаю, что я не вижу, что ты там сидишь и смотришь. Ржешь, а? Так, марионетку вижу, стоит. Слышь, я вижу твой микрофон. Зарубляй свою руку, вонючую. Убери твой этот ВД-900 микрофон конченый. Ой. О-о-о. Я видел. Ой-ой-ой-ой, он идет сюда. Димка, я думаю, пора наказывать аниматроников. А каким образом? А вот таким. Че ты за мешок цемента у тебя в руках? Я ты взорвешь нас. На. Нет. Ого, он что, он там дрожит? Закрывай. Так, я вот так по краешку. На. Ты давай открывай, а я буду кидать. Давай с этой стороны. Отличная тактика, так. Мне нравится. Давай еще. Я постараюсь сразу две закинуть. Ой! Серега, а если ты взорвешь, мы умрем или нет? Да. А если вот так вот прям в уголок запрыгнуть? Нет. Все равно умрем? Да. Придется жертвовать собой, что ли? Говно. Закидывай тогда все. Мы откроем двери, они сюда зайдут, и мы пожертвуем с собой. А побольше. Ой, сколько, ребят, вот это у нас сегодня трэш какой-то с аниматроников. Все лезут к нам, все хотят охранника уничтожить. Ну, Дима, эти... я на тебя нацепил бомбу. Камикадзе, пожертвуем с собой. О, смотри, кто пришел. Он может через это убить. Через окно даже. А ну нажми удар. Ударишь или нет? А, нет, все. Надо отойти. Нас, мы все равно умрем. На тебя бомба зацепила. Ничего, мне нравится. Ого, пришли. Вот это великаны. Че, Серега, взрываем? Открывай двери. Давай, на счет три. Ты эту открываешь, я эту. Все, взрываю. Ух ты, я хотел еще выбежать. А вдруг? Ай, закрывай калитку. От блина. Слышь? Ай, я застрял. Так, выходи. Ушел, отлично, закрываем. Здесь открываем. Ой, закрываем. Нет, это так не работает. Ой-ой-ой-ой-ой! Да блин, а я открыл, ты закрыл. И так мы и жили долго и счастливо. А, в этой карте двери не убивают. Было бы прикольно, если бы дверь мочила. А, на стол не пускают допрыгнуть, я понял. Да что ты вечно умираешь тут? Ломается, говню. У него батарейки хватает только сюда дойти, а потом она садится. Думаешь, я тебя не вижу с правой двери? Твой нос торчит там. Вот ты видел, Дима, нос торчал в двери? Не-не-не. Я дурак. Не вижу его. А его нету. А вот он ушел уже. Он в невидимости. А он есть. Пока, Дима. О! Эй! Привет! Заходи. Закрывай, закрывай. Вот это жесть, они ржут. Че у нас не убирается? В нашем офисе куча паутины. О, шкатулку кто-то принес. Опа, стоит. Красавчик. Пошел, пошел. Я вижу тебя, ты ползаешь. Тогда чуть посмотрим здесь. Ничегошеньки нету. Как-то спокойно, тихо. Эй! Марионетка, психичка. Прикольная анимация вот эта, очень классно смотрится. Смотри, какие у него глаза без маски, просто две точки. Да. Офигеть. А рта даже нету, прикинь, Зим. Ну да, а на маске есть, как будто кричит. Да. Зато зрачки есть, в чем прикол, да? Угу. Опа, я вижу здесь тень аниматроника вроде бы. Да. Ага, тебя видно. Если бы еще тени откидывали, вот это был бы вообще трэш. Ну. А давай мы откроем и закроем. Оп, оп. Я пузо вижу твое. О, пришел. Твой Бонни. Красавчик.
Ну а что ж, в большой семье клювом не щелкают. Так, пока мы слились два раза. И это уже хватило, чтобы мы запороли ночь. О, я запрыгнул. Думал, сюда нельзя запрыгивать. О, я тебя, Серега, вижу. Вон он лазит. Так, смотрит. Я тебя вижу. Мы дверь открывать не будем. Ты нас замочишь сразу. О, еще один. Ну что, по очереди здесь? Бежим. Чика стоит. Ух ты! Оно! На! Меня убили. Всех подряд мочат. Смотри, эндоскелет. Прикольно. Стоит, руки вверх, штаны наверх, да? Ничего. А, не, ушел. Ого, у нас тут черная. Надо уже полы мыть. Ой. Да блин, я его не увидел. Ну не увидел его, он сильно жесткий. Ля крыса. Замочил нас двоих. Красавчик. Ну а что ж, надо быть внимательным. Так, кто у нас тут топает? Вы плитку поломаете, тяжеленные аниматроники. Рассмотрим изнутри, прям видно механизмы. Крючок. Пасти, золотые зубки. А что ты золотые? Где родные? Выбили уже, да? Да. Ушел. А нет. Опа, включил добрый... Да, злой режим, тихо, не надо, не надо. Я его боюсь. Смотри, какие глазки. Классный аниматроник. Ого, у него пятак какой, прям дышит мне в нос. Я нюхаю тебе. Ага, понюхай. Говной воняет. Так, думаешь. Открываем. Да блин, да что его не... Он специально подкрадается на подкрадулях, чтобы мы его не видели. Да, блин, ну умный аниматроник. Самый умный аниматроник сегодня у нас. Самый умный аниматроник в пиццерии. Так, Серега, теперь надо нам этот... Внимательно, перед тем, как открывать, я буду все чекать. Так, никого... Есть! Чика. Я твой отравленный кекс есть не буду. Иди его довари. Чизпекень. На мангале дожарь. Я вижу, возле двери стоит здоровенный аниматроник. Давайте с этой стороны открываем лучше. Да блин, я успел. Там кто-то был? Да, черный чилипиздрик пришел. Вон я его вижу, пятак просвечивается. Это Голден Фредди. Слышь ты, своей головой тут не махай, на тебе. Так. Выключился. Ну-ка, он там один, кажись, был, я выйду. Серега, будь надо аккуратней. Какой умный чилипиздрик. Так он в невидимке был, конечно же. А я его увидел. Опа, когтяки у него, ничего себе. Так, смотрим с этой стороны. О, стоит. В невидимку зашел этот говнюк. Ах ты, блин. Я его заморозил, Серега, но он нас мочит. Да блин. Я ж дергаю, у тебя сейчас сердце вылетит из жопы. Тебя заморозили, говно ты такое. На тебе. А, вот так значит. Так, открываем. Наверное, никого нету. А, я даже не... О, ой. Компания сидит. О, тут точно никого нету. Нет, тут тоже кто-то есть. Замуровали демоны. Так, да, окружили нас. Я без боя не сдамся, Дима. Я знаю, что возьму сейчас. У нас есть гранаты красные, которые обсерейшн делают. Так мы тоже сдохнем сейчас. Не, я кину туда. Вот так вот. Смотри, как оно его дамажит. Не подходи, Серега. Он, видишь, не может теперь подойти, его отталкивает. Дамажит со всей силы. У меня один хп остался. Ах ты. А как так-то? А ты от собственной гранаты умер. Так она вроде далеко была. Давай здесь скину. На, попей. Отдавно. Блин, мы сейчас будем умирать, да, по чуть-чуть? Да. Ого, ты тоже кинул или нет? Нет, это ты кинул. Блин. О, я эту газировку знаю. Такие трупы лежат. Серега, просыпайся, это все нам снится. Взрывай. Я даже не буду возрождаться специально. Хотел сказать, просрала. Это Ли, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Апгай, Стаканчик, Данил Топ, Мистер Пропер. Пацанчики, скажите классные слова. Всем привет.
Сегодня мы играем на карте FNAF 7. Я буду играть за аниматроников. Рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, сегодня правила довольно просты. У вас всегда дверь должна быть одна открыта, потому что если две двери закрыты, вы задохнетесь. Потому что кто-то из вас постоянно пускает газы. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Пацаны, готовьтесь. Первый самый классный аниматроник, которого люблю, это Лефти. Кто помнит песенку «А я иду, иду на работу в пиццерию». Поставьте лайк и напишите в комментариях «Мы помним». Я тогда буду знать, что на меня смотрят олдскульные мои зрители. Так, ну что, давайте будем их обманывать. О, привет. Что это у вас тут такое? Двери закрывать надо? Вот молодец. Вот молодец. А вы не помните, эти двери убивают или нет? Так, давайте возьмем другого аниматроника, который дает шум. Сначала буду вам давать подсказки, где вы будете слышать, где я бегаю. Ну а потом... Я буду убивать... Блин, да смотри, промахнулся! Я иду. Видно меня? По спортом заниматься. Не видно, но я тебя слышу. А, меня слышно? Прикольно, текстурки в Гаррис Моде, мне очень... Вижу охранника! Нельзя выходить! О, привет! Я поубивал всех и убежал еще один раз. Нельзя выходить с офиса, только я могу мочить вас всех. Давайте по РПшим, чтобы было четко все. Давай, беги! Что вы не закрываете двери? Что творится? У нас охранники сегодня не очень внимательные. Они после Нового года. Ого, Новый год, уже март, 1 марта. Ребята, поздравляю вас с первым днем весны. Наконец-то наступило 1 марта. Ролик вы будете смотреть, конечно же, 2 марта. Всех поздравляю с 2 марта. А вы знаете прикол, что у меня есть отмычка? Ой. Я могу двери, кстати, на Е открывать. Закрой. О, труп вам, короче, забирайте свой труп и закрывайте двери, ванечи свои. Ой, блин, я же попадал, не попал. Так, а теперь я буду... Скажу. Буду тихонько. А, успел. Будешь открывать дверь, я сразу буду убивать. И тебя тоже. Понятно. А что ж ты открываешь дверь, если ты видишь, что я тут стою? Нельзя. Нельзя? Давайте, хорошо, пацаны, ожидайте, я вам даю перемену. А ты смотри, успел. Я сейчас буду вам через вентиляцию ломиться. Не буду говорить, через какую... Вы должны догадаться. Так, подождите, что? А, вы камеры поставили? Вы теперь меня видите, да? Правда, одна не работает, я... Эй, сейчас починим твою камеру. Не успел. Не успел немножечко на тот свет. Ну ничего, не расстраивайся. И тебя вылечат. Давайте, пацаны, тут улицу не сделали, потому что я помню карты, где уже добавили улицы. А я успел починить камеру. Успел починить? Какие улицы? Какие карты? Да. Я ничего не вижу. Что? Что происходит? Давайте сделаем ты вот так. Ты в канализации. Вот. Да? А мы сейчас все персон сделаем. И ночной режим подрубим. О, отлично! Просто великолепно. Если у нас будет Ой. Убил одного челика. А я через вентиляцию вылез. Смотрите, это моя башка должна быть видна. О, вижу! Стаканчик! Успел убежать, но я приближаюсь. Так, пацаны, теперь возьму такого аниматроника, который реально вас может обмануть. Это очень быстрый аниматроник. Кто у нас самый быстрый из аниматроников? Кто быстро бегает? Молодец! Угадал. 5 баллов тебе. Спасибо. Видно меня так? Да. А вот так ухо видно? Обернись, там камера. Где камера? О, а вот так в камеру я заглядываю? Да. Ну и как видок? Красиво. Побежали. Кстати, этот Фокси никакой не очень быстрый. Успел, не успел. Ребята, ну что ж вы невнимательные? Двери нельзя открывать просто так. Так не успел. Открыл? Так, хорошо, давайте еще возьмем какого-то аниматроника классного. Блин, так классно. Текстурки подсвечиваются под лампочки, да? Прям круто вообще смотрится. Так, ждите, идет обманщик. О, крячка!
Ох, она быстрая! Смотрите, скорость какая у нее. О, у меня тень видно? А почему тень видно? Смотрите, когда я видимый, тени нет. Стою невидимый, тень появляется. Это что? Получается, вы меня можете по тени выследить? Увидел, увидел. Так видно мои ласты, не? Да. Какой у меня размер? 45-й где-то? 46-й? 45-й. О, запишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, какой размер ноги у Чики? Я думаю, что какой-то нереально большой. 46-й растоптан, наверное. Так. О, по звуку. Гэ, ты что тут делаешь? Ребята, я знаю, какую мы рубрику снимем. Мы снимем рубрику, которую, кстати, предложил мне подписчик. Угадай аниматроника по звуку. Хорошая идея? Лево. Неплохая. А вот так вот. Знакомая вам уже? Балора. Да, угадал. Танцую я. Балерина. Давай ты нам концерт устроишь. Да блин, как это я не убил вас? Открывай дверь, а? Дверь я пришел. Она прям по двери стоит. Да. А слышно меня мои механизмы или нет? Я не слышу. Я только ее вижу. Но если бы не стреляли... О, привет! Ты куда? Ну ладно. Нельзя уходить с офиса, только я могу. Ты слишком меткий. Очень меткий. А теперь мы возьмем... О, давайте возьмем маленького чилипиздрика. А теперь, ребята, у нас знаете, кто будет? Плюштрап. Эй. А я могу звуки сдавать? Я звуки не могу никак... Не сдаю звуки. А теперь он справа. О, закрыли. Блин, застрял в дверях. Эй, выпусти меня. А что за баги? Эй, ты мне жизни тратишь! По животу не... Что творится? Я застрял! Что вы меня бьете? А! Помогите! О, я могу убивать! Давай, иди сюда! Ай-яй-яй, не попадаешь! Ты сейчас только своих будешь мочить! На, еще один! Давай еще одного убивай! А я сейчас по тебе попаду! Все? Я лучший? Ой. Вали, Димка. Еле освободился. Хорошо, вы двери закрыли. Я думал, у меня уже жопа. О, смотрите, пасхалочку нашел. Так. Давайте тогда возьмем еще какого-то аниматроника. Я понял, скрип, откуда он сейчас пойдет. А как ты знаешь? Я тоже думаю оттуда. А вот такой звук, знаете, кто это? Сейчас. Я вижу тебя. Шмарный. Открывай. Он за дверью стоит, не открывайте вот тут. А как ты знаешь? Ты меня видно, что ли? На камерах, да. Ах ты, говно, камера. Надо на другую сторону идти. Я к тебе бегу, я к тебе. Ох, тебе на! Вопрос. Вот так будет с каждым, кто будет неправильно открывать, закрывать двери. Охранник, да. Это у вас какой-то не охранник, а механик. Получается. О, давайте редких, которых мы брали. Это очень редкий аниматроник. Мы следим за тобой. А звуки издаются? Так тут же нет камеры. А я могу... Есть камера! Я ее не увидел сразу. Она прям дверь палит. Отлично. О, блин, зацепился за столб текстуру. Открой. О, привет. Зря вы открыли двери. Зря. Все, я вспомнил, мне кое-куда пора. Не умеешь пользоваться. Вы насрали гранаты вонючие здесь. Так. Давайте сюда пали. Ого, насрали. Успокойтесь. Ну что сделать? О, классно, сейчас будет весело. Эй! Я вспомнил, мне кое-куда надо. А вы знаете, что сейчас будет происходить? Я нажал кнопку, при которой сейчас все умрут на этой карте. Будет идти черная стена и такой напоминающий какие-то призраков или чего-то такое. Во-во-во. Кстати, при ярком свете мы еще ни разу не наблюдали, как она вообще смотрится.
А, ну это плоские штучки, они прям квадратные. И мне страшно, но... И мне страшно, реально круто. И что, и что? Эй! Да не убивай, давайте вместе же умрем. Ля крыса! О, там свет идет, я прям вижу. Давайте удалим. Что-то красное. И что, и что? И все? Тут даже фонарик не помогает. Как это не помогает? А, да, не помогает. Так, я буду вот тут. Это получается этот центр, да? Схождение. Не, вот тут здесь вот. Во-во-во, отлично. Прощай. О-о-о. Привет. А скример был или нет? Ух ты, блин! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня Серега будет аниматроником, а мы с кто-то и Роркой будем охранниками. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Включаем свет. Эй, ты что там шелестишь? Игровые автоматы. Я помню, на этой карте мы играли прятки, было очень прикольно. Кого-то красный свет. Ты помнишь, да? Когда мы кого-то не могли найти долго. А, меня я вроде на автоматах там шкерился, сидел. Так, а на улице день. А там очень темно, в самой пиццерии. Оптимизировано пиццерии, мы играем восьмером, вообще четко все идет. Так, как всегда, Гаррис Мод на высоте. Но не все карты. Так, пацаны, вы слышите эти звуки? А ну идите сюда, сакуны. Плохо нет такого оружия, которое бы простреливало полностью все стены. Или есть такое? Мне кажется, есть. Есть, есть. Надо отдельные аддоны качать. Я дверь закрываю. Есть, мы успели, пацаны. Мы сделали обход и успели. Так, у нас тут экран, мы видим, что происходит. А, там наш кентуха. Ну что, извини, ты на расход пущен. Так, 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 наблюдаем, что они делают. Ого. Они превратились в агрессивных. Это другой режим. Ого, он бешеный, Фокси. Ты чё тут бегаешь? Так, 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 убежал. Какой-то психованный. Приходит и... Нет, это убежал. А вот и я, Димас. А я ж не знаю, где ты. Ах ты ж лоб. А, блин, да как ты такой быстрый? Всех мочишь, и своих. Давай. По своим. Это знаешь, как Серега называется? Free Fire. Обстоятельства. Отвали от нас. Ой. Ой, я все жму подряд. Какой-то звук странный издают они. Так, красное это закрыть. Все, я понял. Слышите этот звук? Так, охранники сваливают. Вы что, уходите отсюда? Так через вентиляцию? Вот. А кто там орёт? Такой звук, как будто вентиляция орёт. Так, так, так. Идём. Господи, Диман, тебе это лучше не видеть. Я вижу этого челепиздрика. Мочи его. Так, он прикрывает этот проход, мы идем дальше. Нифига себе, он там валит жестко вообще. У тебя что там этот, бесконечные пули? Так, Фокси убил нашего. Но нам все равно, мы продвигаемся. Никого нету, все четенько. Так, давайте пока оружие возьмем мощнецкое. Ой, я сам себя прикончу. Так бывает. Возьмем не читерское оружие, а монетку. Димас, ты где? Пошли играть. Так давай погуляем, чего ты? Сыкаешь, что ли? Я тебя ищу, с тобой погулять хочу. Погуляешь, погуляешь. Террорка обстоятельств. Классная отмазка. Серега, только не будь невидимым, не будь сыкуном вонючим. Я не невидимый. Не невидимый. А у нас Фокси. Это было жестко, я тебе скажу. Ого! Оно что, простреливает стены? Ну нафиг. Ах ты. Сколько монетка? У тебя сколько жизни было? Ты мне с двух ударов убил. Вот, это прикольно, мне нравится. Ну чё, напугать меня не можешь ты уже? Ты уже не такой деловой.
сейчас напугаю тебя. Так никто не может, только я. Ну это мы посмотрим. На секунд. Блин, дверь за кто-то закрыл. А, это ж мы ушли. На! 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 В живот прям! А, с ножа меня зарезал! Я буду мстить. Я буду очень сильно мстить. У вас тут камера упала. Случайно, да, еще скажи? Да, по обстоятельству. Ты что тут делаешь, говно? Блин, просрала монетка моя из-за того, что тут мои. Ты что сидишь, отдыхаешь? А ну-ка, пацаны, не подходите до двери только. Давайте вот так попробуем жахнуть. Так, Ерорка, давай нашу тактику. Какая, тактика крысы, что ли? Иди сюда. На, убил. Красава я. Пум. Извини, Фокси. Пум. У нас тут война идет жестко. А, просрала, да как? Давайте вот так встаем. И стреляем в проход все втроем. Жопа! Блин, прикольно получилось. Стеной встали. Стой, стой. Я свой. Тихо, 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 тихо. Он где-то здесь сейчас вылезет, этот говно. Ты че орешь на меня? Пугаю тебя, засрань. Давай, давай. Испугай нового человека. Пацаны, отойдите. Отойдите все. От окна. Отойди от окна. Почему она просирает? Да почему она просирает? Почему? Потому что ты бэтмен. А, меня заморозил какой-то чудикс. А, не надо. Ой-ой-ой, это было сильно. Молодец, Димас, своих убивай. Ай, больно. Да, блин, просирает монета. Ах ты, серьезно. А, я узнал, кто, оказывается, кидает в нас своими ледяными какашками. Кто? Это вот ваш кто-то. Правильно и делает. Я буду огненными какашками кидать. А, извинись. Так, пацаны, давайте возьмем что-нибудь после... А что это у нас за оружие? Во, я же скачал мод новый на оружие, не использовал ни разу его. А ну. Офигенный мод. Мне подписчик какой-то порекомендовал его. Димас. А вы куда ушли? А, ты вот там вот, говно. Ладно, ладно, убил. Ладно, отступаем, аниматроники. Ого! Вот это сильный аддон. Вот это у него отдача. Вот это меня к стене прижимает аж. Пацаны, ну что? Как вам автомат? Очень офигенный. Офигенный мод. Хочешь, скажу, как называется? Давай. CP Base. CPT Base. Вот это он сжигает, аж шипение идет. Ой, я слышу, ты взял его. А, это я. Прости. Обстоятельства, я понял. Пацаны, давайте как-то да, стеной становимся и гасим его. Мочите, мочите. А, аккуратно, аккуратно. А. Козырь в рукаве. Ну что, я иду. Терминатор идет! А не будешь молять? А,
Это же, что мы тут устроили. Но если вам, ребята, нравится, вы поставите лайки, подпишитесь на канал. Потому что реально ролики каждый день, мы стараемся делать какой-то вакханалию постоянно. Блин, классный мод. Он мне нравится. Да ладно, я проверял это оружие. Мне интересно, как оно стреляет. Вот это что у нас? Во. На вентиляции сидел, да? О, прикольно. А, жлобс. Не подходи, я псих. Я тоже. Так, пацаны пока там стреляют, я здесь пойду. Он не бросает меня. Нас сразу с одной пули вынес. Вообще псих. Никто не пройдет эту вентиляцию. Кто? Ну... Я слышу. И такая тишина, да, пацаны, сразу? Так. Фух, слава богу, затишье реально. Эй! Эх! Это не атомная бомба, это ион. Пацаны, все, пошла жара. Ионные бомбы в действии. Я понял. Бу. И еще одна. Ребята, это просто ничего не видно. Как всегда, эпический взрыв для вас. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, редиска, бульбазавр, Андрюха. Как всегда, очень много подписчиков. Пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Здорово, пацаны. Здорово. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Пацаны, бегите в свой офис, можете строить себе там двери мощные, а я буду вас пугать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я беру аниматроника и иду к пацанам. Но очень медленно, так что у вас есть время все там построить. Все, погнали. Я буду делать бабушкины калитки. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, я пошел. Очень медленной походкой. Двери, да? Слышно, да, меня? Я иду. Да. Ну да, вроде. Ну вы слушайте, не пускайте, главное, меня к вам в офис. Это ты зря. Ого, что это за звуки? Это я строю. Аниматроники могут через вентиляцию. Слышно вам? Да, да, да. Что вы там? Я могу быстро медленно ходить. Так еще двери сделать. Так, а я иду к вам. Господи. Так, давайте сюда сходим. Немножко темноватая пиццерия. Но в этом есть прикол, антуражно. А кто тут ходит? Типа. Застроили. Зря. Господи, страшно. Ну а что ты хотел? Бульбазавр, то я тут изучаю аниматроников классных, он мне ножичком в спину. Решил маньяка туда сыграть нам. Да. Хорошо. Испоганься. Это дверь. Дайте им уйти. Так. Боитесь? Хорошо. Я нет. Сейчас. Я тоже нет. Ой. Ой. Упала. Я слышу такой звук. Я кого-то слышу. Я вот тут нишу. Слышно? Да. Отлично, я вам отомстил за тот раз. Так. Не построить нормально не могу. Вы какие-то что, арахиты, как и я?
Я там с тем. Так, так, так. Стрёмно. Так, я понаблюдаю из-за окна, как вы строитесь. Да, Спайдермен, кстати, это, спиной бегает вперед. Это не странно? Это лунная походка. Так, отлично. Четвертый. Здорово. Че там, суетитесь? Так, пацаны меня сейчас найдут, я там за углом сижу. Ладно, я обманул, я в другом месте сижу. Я вижу конкретно, что в офисе практически никого нет, только Спайдермен. Спайдермот. Никого нету. Оно зашло. Бонька, Бонька смотрит. Смотрит, где же Димка заныкался? Нема, нема. Бонька, ищи меня лучше. Вышел. Вернулся. О, на картофанах Бонька сидит. Да он в офисе 100%. На тебе, ты чё тут не умный сильно или что? Да, я понял. Алло, на! На! Да? На! Я пошел, прощайте. А где он? Где он? Сидел все время. Слышишь? Да блин. Это прикольно, мне нравится. Так, сейчас мы тут пост... Ладно, давайте видимым стану, чтобы вы видели меня. О, я через предмет ты пыхнулся, это было мощно. Мне не видно, я спрятался. Решили использовать читерское оружие. А ты меня не вижу. Короче, я беру меня, да. Вы своих пригвождаете, что вы делаете? Димас, у меня анимация... Блин, как же тут пройти? Ой, что за? Я застрял. Бывает. Все, другого аниматроника беру, потому что у этого 100 тысяч жизней. И скорее всего, что в этой серии вы меня не сможете убить. Давайте возьмем какого-то вообще легенького. Давайте чисто по приколу, чтобы было весело. Давай, убей меня. Я потом позову своего батю. Все. Я своего батю зову. Сейчас, я сейчас. Да-да-да, у меня батя есть, он очень злой. Своего батю сейчас. Не-не-не. А я иду, ой, иду. Пацанчиков мочить. О, я уже понял, какой батя. В пиццерию заходить. Бонни. Ладно, Бонни убежал. Ты же видимый? Видимый, видимый. Я всегда видимый. Кстати, Лефти не может быть невидимым. Ничего себе, батя. Батя злой. Вы моего сына убили, конечно. Если ты позовешь, убьешь этого, я позову дедушку. Все, я деда зову. Дед еще злее, чем я. Я сейчас услышала дедушки одну. Кстати, прикольно, сюжетка у нас целая. Так, дед. Кто у нас тут дед? Есть у нас дед. Сейчас. Во. Старый, поломанный и походка, как у деда. Все, он идет. Ну, дед непростой. Дед может ставать невидимый. Блин, опять? Опять невидимый. Ну что, вы где? Вижу, 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 вижу. Я понял, кого он. Привет. А, нет. Это дедушка пришел. Агрессивный дед. Очень дед злой, очень. Дед... Есть злая бабка, а есть злой дед. Дедушка, это кучу не принесли. Я уж сказал, что вы зря обидели моего внука. На тебе. Давайте, мочите меня, у меня 8 тысяч жизней. У вас, скорее всего, не получится. Угу. Может, ту монетку, знаешь, куда засунуть? Ну, да. Пользоваться научись ею. Победа должна быть на нашей стороне. Ага. Сомневаюсь.
Блин, застрял в этой калитке. Где жирная жопа? Ты чё, я не жирная жопа? Я худая жопа. Он где-то на улице не видел. Улица. Я его шаги. Это пистолет. Ай-яй-яй, больно! А, вот так, значит. Буду тебя выслеживать тогда одного. И мочить. Не буду. Ребят, где он? Как это не буду? Конечно, буду. О, давайте, я должен, короче, зайти в пиццерию и заложить бомбу там. Так, сейчас. Кого? Бомбу заминировать, короче. Это Counter-Strike, только с аниматрониками. Аниматроник-террорист? Да. Давайте, а вы контртеррористы. Так. Я скажу, когда бомба будет заложена. Так, выбираем бомбу. Да помощнее. Ждите взрыв с крыши. С крыши? Да-да-да, с крыши, потому что так вас точно убьет. Вы это слышали? Да. Я упал бомбу. Нет, ну вот это где зря. Бомба? Где бомба? Бомба? На. Я живой, кстати. Нет. А, нет. Ты умер. Такое тоже убивает. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!